Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 133, упражнение номер 5. С какими словарями русского языка ты познакомился? В каком случае ты будешь обращаться к этим словарям? Мы узнали, что существуют следующие виды словарей. Орфоэпический словарь. Мы обратимся к нему в том случае, если не будем знать, как произносится какое-либо слово. Орфографический словарь. К нему мы обратимся в том случае, если не будем знать, как пишется какое-то слово. Толковый словарь объяснит нам лексическое значение слов. Словарь слов, близких по значению. В этом словаре мы можем найти слова, близкие по значению к данному слову. И словарь слов, противоположных по значению. В нем мы можем найти слова, которые имеют противоположное значение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.